Дорогие друзья, мало кто знает сейчас об этом. Оказывается, на данный момент всем известный российский актер, легенда российской эстрады Марат Башаров находится в больнице. Медики диагностировали данного актера серьезное отравление алкогольными напитками. На данный момент отменены все его съемки. Супруга боится общаться с прессой, боится фейковых новостей. К самому артисту в больницу никого не пускают. Какими именно спиртными напитками отравился Марат Башаров, неизвестно. Проводится проверка. Ждем ими подробности, друзья. Мы не можем остаться в стороне. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски каждое утро. Главное, не забывайте, что мы единственные источники, которые можем предоставить вам самую интересную, самую правдивую информацию. До скорой встречи, будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.